think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня с вами очередной обзорчик двух локаций, плюс в телеграм-канале группы Castle Clash еще дополнительно скинули картинку, то есть есть, у меня ее в гильдии нету. Пока в гильдейском этом лаунче не обновилось, но, скорее всего, возможно, скоро добавят. Есть еще одна новая новость, локация, не знаю, ну, в игре в файлах появилась она, в общем, если сейчас уже есть 15 скиллы, то скоро выйдет новая гильдийская локация. Сейчас я постараюсь вам ее показать. Вот так вот она выглядит, то есть это будет новая локация гильдейская, в которой, скорее всего, будет участвовать вся гильдия. Что это такое, пока ничего не известно, но, скорее всего, какой-то замок будет, либо защита, возможно, что-то интересное, совместная постройка. Но этого бы давным-давно все хотели, чтобы можно было хоть как-то активизировать гильдию и принимать участие в гильдейских каких-то постройках, улучшениях, не знаю. Ну, возможно, какая-то локация на защиту будет, не знаю, посмотрим. В общем, такая вот еще новость, я вам ее не показал в первом видосе. Теперь поехали дальше. Поехали, сейчас мы будем с вами разбирать новое море и новый разлом. Так, вот они, второй, третий, то есть у нас есть первый, на котором я показывал вам плюхи уже. Тут, то есть тут один осколок дуэлянта, 35, 45 и потолок, если повезет, фиолетовый, 61. 1,6 книг. На втором левеле у нас уже идет 5, 60, 75, улучшили 8, 92 и 3 осколка. И новый левел, вот видите, уже барда советуют в эту локацию брать. 5, 2, 75. Вот тут, наверное, жестко сейчас будет, не знаю, сейчас посмотрим. И за прохождение, за первый раз вам дают 30 камней. В принципе, тоже неплохой подарок для бездоната. Так, создаем. Не знаю, что сейчас тут будет, честно говоря. Уже будем тестировать на других серваках. Такс. Присоединиться. Интересно, кто-то есть. Показывают 2 в 3 человека можно это все пройти, но я в этом очень сомневаюсь. По-моему, море первое, если я не ошибаюсь. Нет, тут вряд ли кто-то бегает. Я не знаю, сколько силы надо, но вот карта, в принципе, сейчас по картам еще хочу посмотреть. Такая же. То есть карта один в один, они все одинаковые, ничего не поменялось по сути. Так, забегаем. Никого таки нету, значит, будем соло бегать. Поехали сливаться соло, посмотрим, что мы сможем здесь сделать хотя бы. Какие есть противники, какие герои. Так. Космо, дуэлянт, Махатма, Феникс, Оккультист, Королева Оз. Фига себе. Демон Меса вижу. Еще в центре демон Некрос, Космо в центре. Фениксы, ну блин. Жестко. Жестко, но думаю, проходимо будет. То есть тоже 5 демонов. Давайте еще разок. У меня тут попытки есть. Хоть рассмотрим героев. В общем, в любом случае надо будут, я думаю, здесь фениксы для включения. Однозначно надо пробовать будет через центр. К сожалению, не с кем, видите, вот просто не с кем. Сбегать здесь, потому что народа вообще мало играет.
Но интересно. То есть донатные герои пошли на четвертом, я больше чем уверен, там еще бардов, наверное, мы встретим. Это как минимум. Не знаю, как без донатов, но, в принципе, думаю, многие на многих серваках без доната тоже будут фармить. Но плюшки улучшили. Так, Махатма, Бугимен, Дуэлянт, Оккультисты. Вот это вот самое интересное будет. Землеройка, Космо в центре. Я вижу два Космо, два Бугимена, Некрос, Ведьмочка. Ну, в принципе, Вольт. С этой стороны снизу можно будет заходить неплохо. Тут мясо. Ну, такая локация. Ну, что я могу сказать? В принципе, как вариант, проходить можно будет. Ничего сложного нет. Башенки, станище есть и такие. Ну, как видите, он держится один даже. Такое. Такое себе. Сейчас я пойду еще на третье, сравню, посмотрим, что на третьем интересного у нас есть. Ну вот отсюда пролетели, а дальше нас просто тупо ушатали. Такс, поехали здесь. Вот тут тоже вряд ли кто-то есть. Сравним, стартанем, сравним эту локацию, как оно вообще отличается, не отличается. Понятно, моих героев сейчас раздадут. Так, тоже Махатма, тут больше Некросов. Но тут попроще, по-моему, герои, и мои герои намного лучше держатся, то есть это заметно. Там их разваливают намного быстрее. Да, тут попроще, там будет посложнее, там и дамаг, соответственно, повыше будет. Но тут, смотрите, я уже половину, четверть базы разобрал соло. Ну, я имею в виду постройки. То есть такое себе. А там, конечно, пожестче. Тоже Некроса, но там и дуэлянты есть, и фениксы есть, и землеройка, и космо. Если их зарядить, то, я думаю, мало не покажется. Но опять же, здесь герои не максимальной прокачки. Думаю, на других этих мы сможем аккаунтах пофармить более плотней. Ну, не с кем бегать, я один соло бегаю. Ну, феникса однозначно придется туда брать, потому что надо будет замораживать. Ну и бугичи, если их убивать, не убивать быстро, то они тоже могут напортачить и посносить героев. Я думаю, здесь герои с ограничением будут только приветствоваться. То есть Феникс, Фрея, просто другой, хватит ли времени. Зефир, Огник. Ну вот Свален у меня держится еще нормально. То есть если здесь я могу продержаться хоть некоторыми героями, то на новом не так все просто. Никто не бегает. Никто не хочет халявных плюх. Но попробуем сейчас в центре напасть. Я думаю, можно будет пробовать теми же составами. Не, в центре посмотрите, там просто жесть творится. Разница, конечно, и, конечно, здесь еще есть оккультисты. Вот это самая основная боль будет, я думаю, для многих, потому что оккультиста надо очень быстро убивать. Просто так не получится его пройти. Вы знаете, что такое оккультист. Плюс есть Феникс и Космо, что немаловажно, они могут заморозить застанет. Ну, для дамага тут тоже урона хватает у героев, поэтому локация, скажем так, по первым началам будет сложновато, но в дальнейшем, я думаю, 413, ну, в принципе, их разбирать можно. Если посмотреть вот на домах по дуэлянту, то, в принципе, его можно разобрать. Так, стрелок у нас тоже здесь есть, да? Да, стрелка я тоже вижу, ну и Махатма тоже такая неплохая.
Ну, относительно у них дамага не так уж и много, поэтому я думаю, проблем особо не будет. Вот посмотрите, как отлично убрали дуэля этого оккультиста. Роза. Не, нормально. Ничего такого прям мега сложного, я думаю, нет. Единственный вопрос будет в боссе. У нас мессы. У нас босс только с одной стороны. Возможно, со стороны вот этого босса надо будет заходить. И в центре еще есть. По краям, как видите, здесь, в принципе, налегке. Пожалуйста, один герой и остался, и справляется. Поэтому, я думаю, можно будет убить. Но есть еще хроны, но я не знаю. На разгоне можно будет так на отражалку напороться. В общем, вот такие вот, ребятушки, дела по поводу локации. Пишите комменты, что вы думаете. Думаю, будем попозже собирать составы. Уже, не знаю, либо на русском, либо на каком-то другом серваке. Ну, я думаю, ничего сложного в этой локации нет. Да и, в принципе, фармить можно и вторую. Плюшки здесь чуть-чуть выше. Если там у вас стабильно, не обязательно. Тут новых плюх нету. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.